Две машины столкнулись на трассе. Авария произошла 19 мая на 34-м километре автодороги Николопавловская-Петрокаменская-Алапаевск. На место ДТП незамедлительно выехали сотрудники госавтоинспекции. Они выяснили, что водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan Тиана. Двигался с города Алапаевск в сторону города Нижний Тагил. При езде с той стороны выскочил навстречу автомобиль ВАЗ-2112, в результате чего произошло столкновение, произошло опрокидывание автомобиля и повреждение автомобиля. В результате аварии обе машины получили значительные повреждения. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Среди них ребенок 2006 года рождения. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции. Данные о водителях установлены, выясняются обстоятельства происшествия. Водитель ВАЗа за рулем 8 лет. За это время к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался 7 раз. Водитель Ниссана тоже привлекался 8 раз за 21 год водительского стажа.